На грани банкротства оказалось шымкентское предприятие по производству энергосберегающих ламп. Поскольку в Шымкенте шла только сборка, а детали в основном привозили из иностранных государств, не входящих в таможенный союз, то из-за дорогой растаможки стоимость продукции оказалась слишком высокой. В итоге завод, торжественно открытый всего год назад, оказался неконкурентоспособным. К сожалению, тоже в Казахстане он не единственный завод. Сейчас таких заводов у нас в Казахстане уже существует 6 предприятий. Здесь уже надо предприятие, значит, надо работать, маркетинг, значит, сами знаете, да, маркетинг, ценовая политика. Вот этим направлением должен сейчас работу подтянуть. Но руководство завода решило просто остановить работу. И, как признался нашим республиканским коллегам руководитель предприятия, каких-то серьезных антикризисных программ у него нет. На сегодняшний день не вышли даже на 30% своей производственной мощности из-за того, что нет постоянного спроса. Если закрыть производство и просто содержать в штате 3 человека, которые будут заниматься поставкой готовой лампы, это будет и дешевле, допустим, по цене. А вот областное руководство еще готово попытаться поставить предприятие на ноги. Тем более, что в рамках государственной программы по энергосбережению сделать это вполне реально, отмечают в управлении предпринимательства.